Роман Дебелко с нами. Этот матч проиграли 1-3. Какие вообще впечатления? Все-таки очень сильный противник. Да, хорошая игра была, познавательная такая. А что могу сказать? Играли с хорошим соперником. Очень приятно играть против таких команд, посмотреть свои силы, на что мы способны. Я считаю, в первом тайме мы достаточно хорошо играли, создавали моменты, просто вот допустили две ошибки, и соперник нас наказал за это. А так очень приятно играть против таких команд. Единственный гол мы забили из стандарта, но все-таки очень много стандартов у нас было. Что в этом плане пока не хватает, чтобы из этих стандартов, ну, все-таки выжать максимум? Ну, мы не так давно собрались, поэтому еще не отрабатывали более углубленно стандарты, но все впереди, и я уверен, что в чемпионате мы будем использовать это оружие. Вы до конца поняли, что там было с первым голом, где Озулс удали? Это, я считаю, ошибка рефери. Потому что уже, ну, не свистят такое. Поэтому где-то вот так сложилось, что и рефери ошибся, и из-за этого нам забили. После отпуска насколько трудно войти вообще этот ритм такой? Ну, тяжелый, надо сказать. Да, да, нормально. Нормально быстренько втянулись, потому что, ну, все мы профессионалы, и в отпуске не только там лежим на диване и смотрим, не знаю, фильмы, еще что-то. Тренируемся, держим себя в тонусе, чтобы не приехать разобранным, да, а уже сразу с первого дня начинать работать и готовиться к чемпионату. Для тебя это будет второй сезон с нами. Что поменялось в предсезонке? А это моя первая предсезонка, поэтому, ну, очень приятно работать. Классно, спасибо президенту команды, что вот создал такие условия. Очень-очень приятно тренироваться в таких комфортабельных условиях. Поэтому уверен, у нас все будет хорошо. Будем сильнее. Естественно. Спасибо. Пожалуйста.